Привет, друзья, это проект Русская Америка, меня зовут Еремоша. Мы сегодня с Аней пойдем снимать галереи в Челси, потому что эта тема оказалась очень актуальной, особенно после видео, которое я делал с Артемом, который организовывает галереи для русских талантов, и через него можно продать какие-то свои работы. Посмотрите это видео, оно вообще очень популярное, много людей после этого обратились, чтобы я связал их с Артемом. Артем есть в скайпе, Артем есть в фейсбуке. Вы можете его добавить и написать ему. Я думаю, что он ответит, потому что это его бизнес. Аня тоже хочет этим заниматься, поэтому если вы как бы хотите пообщаться, можете Ане набрать скайп, или она есть у меня в фейсбуке, Анна Долматович, можете посмотреть. И она вам, может быть, поможет с чем-то. Не будет она, конечно, заниматься какими-то начинающими фотохудожниками или художниками, которые как бы нарисовали там одну картину и пытаются продать. Но если у вас есть что показать действительно, и я думаю, что она оценит, она занимается, она ходит в специальную школу искусства, она как бы понимает в культуре, в искусстве, поэтому я думаю, что в этом она вам поможет спокойно. Поэтому смело можете мне даже не набирать скайп, сразу находите Анну и пишите ей, и задавайте ей все вопросы, которые у вас есть.